Так вот, у меня третья подготовительная. Странно. Само ограбление просто уже, по-моему, финалка здесь. У нас еще мотоциклов-то и нету. Такие должны быть черненькие. У меня очень плохо с управлением, а вы хотите, чтобы я на мотоцикле ехал? Да. Это только третья, вот. Трюк. Лом. Лом. Следующий конвой, потом мотоцикл. Пятая, да, мотоцикл. Не, ну здесь тоже нам сейчас надо походить по холоду. Машину команды А будем угонять. Вспомни. Пулеметом? Нет. Фигня. У команды А разве был пулемет в машине? Не было, зато у них был зачетный негр в цацках. Да. Мне вот все время нравились отношения негра и этого чувака второго, который его вечно задевал. И рыжего, да. А скажите, пожалуйста, как проехать на Берлин? Мне маме очень негр нравился. Мистер Ти, если правильно помню. Алексей, ёбни этому жирному в очках. Блять, если я ёбну, я потом видеть не буду. А давайте свяжем Лёху и пойдем умоем его. Заинька, у тебя будет такая возможность. Маня, ты посмотри на это, что он творит, сука. Я его хочу точно прибить, блядь. А я тоже хочу. Он кадрит нас. Маша, ты ему уход? Меня тошнит. Я голову опустил вниз. Один Лёша остался смотреть. Ну, Лёша, какой ты проказник. Иди уже. Я его просто убить хочу. Да, у тебя будет возможность умыть Лёшу на Новый год. Умоем. Смоем эту гадость с его лица. Унитазу. Нашуль, давай тебя на колочки набьем. Чё ты как... Нет. Ну давай. Я сказала нет. Ну, классно какие-нибудь. С кем так ехать? Вы втроём едете, я Лёха, один, я как понял. А, блядь, мне еще и в фургон садиться надо. Ваня с нами. Это моя Курума. Ваня, ты с нами. Ты с ними. Мы в одной команде, мы отвлекающие, как там это называется. Ну ладно, короче, так. Погнали. Господи. Мне кажется, нам всем в одну точку. Возможно. Я вспугал. Ах ты, видишь, вот ты ж, Машуль, ты это видела? Что? Да безобразие, урод. Так, у меня... Мы кого-то обошли там слегка. Чуть не влепились. Да у меня параллак жесткий сейчас был. Ревзи это крайнее место. Короче, на сегодня. Окей. Вот, завтра как бы я готов. А завтра я работаю. Блин, Лёх, ну что, это один день выходной, что ли? Да. Да. Я за Новый год поработаю. Сутки двое. Вау. Лёш, кстати, долго ты в таком режиме? Нет. Были. Так. Фургон вижу. Он на фургон, а то мне садит. Я уж тебе сюда заруливаю, заруливаю. А! Поехали. Садитесь в фургон, пишет. Всем? Видимо, да. Можно я назад? А ты блин, а я думал, мы с ним байки будем гонять. Меня печалит то, что мы оставили курву. Да. Ну чё, сейчас будем с это Маню на байк учить кататься. Пашу.
это длинный меч? Хрен. Да нет, мы сейчас подъезжаем к второму такому же, меняем сервера и уезжаем. Время 9 часов 30 минут. Боже. Да? Да. Пора поднимать бокал с шампанским и говорить чин-чин, Новый год. Пора уже, блин, жесткие вещи. Завтра ты его поднимаешь. Хорошо. Потом прибьют эту группу. Ты Перебейте соперников. А, это уже не твою налево. Тем более, не помню, а надо выходить. Я сегодня Ваня девкам рассказывала, что я даже тебя поднимала. Я забыла. Некоторые по пьяни сексом балуются, мы теперь с рейтингом парным балуем сидим. А, да! Твою ж сука, мать. О! А что это? Ваня минусанули. И меня. Ну там чуть-чуть. Ну меня уже после Вани, так что после. А что, Алексей на Куруме не смог зайти? А, мы не смогли. Да, ага, Куруме, Курума отобрали. Это, по-моему, он разве? Нет, там за стенкой кто-то. Двое. А! Вау. Ох. Ну, можно умирать. Как? Ну все, Ваня, убили. Как? Так вообще играть вообще тут бил. Тактически. Твою! Лёша, ебать ты в сраку! Все по разу. Так, четвертая должна погибнуть я. И мы пройдем. Уходи нахер отсюда. Лёша, что это? Хэт номер два. Какой что-то прицелишься. Блин, грёбаный свет. Да как он второй раз тут? Хотя да, тебе полезно. Так, я сюда. Есть аркадный, есть симулятор. А вот потому-то. Ну, что-то прикольно, потому что там реально вселенная, как и симпатом. То есть там можно не так отсидеть. Так, прикрыть меня. Не, мне понравилась лавка. Нет, сделано красиво, конечно. Один. Еще почитать. Не понял, хотя бы коротко. Вообще, у нас красиво написано. Это все время написано. Отличные отношения, там вот эти сножки. Хотя, ленивый. Лёх, вперёд. Да, локацию ты понимаешь. То есть, все равно локацию помнишь, то еще... Да, ты еще не сдох, урод. Свернуться нельзя, не знаю. Так ли нам тут нельзя, да? То есть, если мы что-то победим. Ну, говорю, я не знаю. Я не знаю, что большое, но я не знаю. А, в смысле, проходишь, а то... Нет, можно вернуться, конечно. Вот прямо вот за стенкой стоит один. Так уже будь осторожнее. Шаки не гранатку. Я уже не раскинула. Ну ты неправильно. Так, Ваня, только не высовывайся, да? Не выходит, согласен. Сейчас я попробую с этой стороны. Вот он. Есть. Вылез. Мой. Отличненько. В смысле не рассказывать? У тебя просто нету, и я сбиваюсь. Да, я не знаю. Я схватила мертвую инквизицию. Первая, да, где вторая? Нету. Сука! Блин, хрена не знаю, давай с тобой. Потому что я не могу, если продолжение делать.
Я хочу дальше продолжить. Я потом чаю не смогу. Ждите белый фургон. Даже. Они нормально, а эти идут. И сидят, высасывают. Так, отойдите. Отойдите. Я немножко. Так, я начала, кстати, читать вот эти все это дебили. Здесь тут, по-моему, дракон. Ну это шикарно вообще, как ты раз почитал первую книгу, бля. Клево. Там серия 7 или 8 книг. Плюс пару рассказов. Ну, пускай уже неинтересно, последние части. Последние, да. Там нет того экшена. Так, кстати, как-нибудь здесь есть перечитать. Мне понравилось. Я раз 5 начитал. Да. Этого понравилось, не помню, как называется. Да. В черном фургоне садимся. Побег с этой планеты. Возьму-ка я пулемет. В общем. Заебись. А вы там уже вверх пустые. Алёше с нами не надо ехать? Нет, у меня своя, у меня на белом фургоне ехать. А кто у нас водитель? Ваня. Да, да. Оу, фак. Блин, я хочу заебись. Куда не видно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вижу. Кого стрелять? Кого стрелять? Сейчас того места, где садиться надо. Да, да, я надеюсь, с фургона. Интернет, новое подключение. Видео монтировать. Нет. А если там подвисло или? Нет, все нормально. И за руль бегом. Я поделился. Что, не дает вас? Ты чё у меня вообще едет? Я всё спал. А если тот, который у бабушки, он... Тоже понятно. Знаешь ли, он не нужен, потому что... Ну, это понимает. Знаешь, она особо не перегибает. Я нажимаю. Да что вы творите, этот гребаный трафик? Вот это не трафик, господи. Да они прям специально передо мной поворачивают. Ох, жесть, спереди. Да, перезаряд. Машуль, закрой дверь. Это ж у тебя... Да закрой. Вот тут не путь. Ты знаешь, я жму Е, Зай, но она не пригибается. Ну похуй, сиди. Разве не пригибается, ну-ка еще раз нажми. Жму? Вот держу прям, удерживаю. Да, ничего не меняется. Ну похрен, все равно мы от них отрываемся. Да, в главном там это. Мне тут ехать вообще под этого. Заруливай. Да, я просто от них улетаю. И они вроде даже не успевают за нами. Твою-то пошел там, блин. Главное, чтобы они за Лешей не пришли. Такое ощущение, как будто за мной нету. Все светофоры специально загораются, когда я проезжаю. Чтобы я втемяшился в кого-нибудь. Так, ну. Где-то тут. Да пошел ты нахер, блядь. То, что ты лезешь-то мне под колеса. Дебилы пусть. Вон, налево. Да, налево. Господи. Ага. Уничтожьте фургон. Ой. Ну уничтожить ТО. Отойдите все от него. Можно я? Ну давай ты. Только отойдите все от фургона. What you got for me? Use some hardware like this. I'll case it up, get the interface ready. Hey, if I don't see you before the job, I should say, try not to fuck it up, all right? Поняли? Да. Я такая. Все резя. На все, на сегодня все, короче. Мне тут давай, разгар. Компай.